Всем привет, ребят, с вами Аурум и прошлое видео, где я открыл приблизительно 200 призов Star, набрало довольно неплохо просмотров и очень много положительных отзывов, типа вау, nice идея, короче, реально очень интересно. И в этом видео я вам пообещал, что если мы действительно наберем крутой отклик, то я запишу 365 дней. Что это значит? Что значит 365 дней? У нас в день при выполнении квестов мы можем получить 3 приза Star за первую, четвертую и восьмую, да, победу, если я не ошибаюсь. То есть, соответственно, 3 нужно умножить на 365, и получится нужное количество призов Star. С помощью сервера разработчиков, то есть все абсолютно официально и в рамках снэкпика, будем считать, что это мой такой собственный снэкпик, я могу это дело ускорить на 365 дней вперед. Зачем? Просто для того, чтобы продемонстрировать вам, как пример, что может выпасть, что можно получить, если каждый божий день открывать по 3 приза Star на протяжении года. И если вам эта идея нравится, она мне прям, ух, она мне очень сильно нравится, потому что, ну, давненько мне в БС ничего не так интриговало. Вот сейчас меня реально интригует. То есть у меня как непрочитанная книга, которую сейчас в этом видео мы вместе с вами прочитаем. Если вам эта идея нравится, все, что нужно, это лайк. Это поделиться видосом. Ввести, пожалуйста, код Аурум в магазине. Вот тут тутенький он работает. Это один из немногих кодов СНГ YouTube. То есть вводите, пожалуйста. И, ну, конечно же, подпишитесь на канал, если вы не подписаны. Ну, а мы прямо сейчас начинаем. Если мой монтажер не поленится, то мы даже выпишем отдельно все, что падало. Но я очень сильно надеюсь, что он не поленится. Короче, прожмите еще отдельный лайк монтажеру, потому что считать все, что будет падать за 365 дней, это та еще задачка. Погнали! Ай, да, конечно же, у нас абсолютно чистый аккаунт. У меня здесь тупо только Шелли. У Шелли, по идее, нет никаких скинов. Вот здесь какой-то крутой магазин, в общем, чистый аккаунт. Здесь 0, здесь 0, здесь 0. У нас будет, получается, сколько? 14 сетов по 25 и 2 сета по 10. То есть это так работает. Чисто для себя и сразу лего! Сразу тупо лего! Просто развал. А, ну блин, только не багай, пожалуйста. Я заметил, что здесь первый стар-подарок постоянно вот так лагает. Первый. Так, редкий. Редкий, что у нас? Стар-пауэры, уже сверхредкий. Найс, nice. Это 2. Стар пауэр редкий. 3. 4. Воу! С эпического сразу Карл. Господа, это неплохо. Мифик, лего. Лего. 1000 голды. Прикинь, там Карл, а здесь 1000 голды. Ну ладно, 5. 6. 7. 8. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, мифик, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Лего! Хэнк выпал, эпик, нихера, класс! Обалдеть. Да, ребят, 24, в чем проблема? Первый, не 25, потому что у меня первый лагает. Поэтому, скорее всего, мы сделаем на 10 больше. Я вот не до конца понимаю, Карл и Хэнк мне выпал, да. Но вот у меня первый, который вы не увидели, там было... Лего. И что выпало или не выпало, я не знаю. Поэтому для чистоты эксперимента, наверное, сделаем 375 дней. Чуть-чуть больше года. Так будет правильнее. Но в целом просто первый лагучий. Он как бы лагает. Не бывает. Не обессудьте. Эпик. 202. Мифик. Опа. Иконка игрока. Котик. Классная. Так. Редкий. Так. Мифик 200. Хорош. Это, кстати, сразу нам открывает ниту. Спасибо. Погнали. А, кого мы выбираем? Начни разблокировку. Мы выбираем Эль Прима. Хорошо. Эпик. Такс. Такс. 26. 68.
голды. Super rare. Сверхредкий. Ну, короче, голда rare. Прям насыпается неплохо. Rare. Super rare. Super rare. Epic. Rare. 24. Rare. Что там у нас? 1000. Вау, вот это хорошо было, эпик. Еще косарь даблов. Обалдеть, хорошо. Еще бы даблы как бы посчитать, да. 114. Эпик. Эпик. 226 голды. Ну так обидно, когда голда падает с эпика. Я согласен, годно. Карл. И интересно, что в этом видосе, как вы заметили, бравлер уже упал, да? То есть новый бравлер, их целых два упало. Ну и Ниту, понятно, мы выбили. Но Карл и Хэнк, это просто за... Сколько там? За чуть больше месяца вы уже получите эпик. Класс. Окей, эпик. Поинты. Редкий. Даблы. Так, 128 голды. 57 голды. Знаете, как будто в лото играю. 212 голды. Типа ты когда закрываешь бочоночки и думаешь, где сейчас будет? Где сейчас линию зачем? Мифик! Ой, иконка игрока, класс. Мифик и Лего прям вообще очень жду. Жду как праздник. Так, редкий. 28. Редкий. Так. Супер редкий. Сейчас, кстати, я не понимаю. Да, еще любопытно, сколько мы с помощью даблов откроем. Ну, очевидно же, что всех. Всех, кого только можно. Опа, эльпримчик прилетел, смотри. Найс, два редких уже. Автоматически. Хорошо. Новый сверхредкий боец. Начни. Джесси, погнали. Погнали, Джесси, хорошо. Так. Редкий. Пауэрпоинты. Редкий. Редкий. Ну, кстати, разработчики вот это зря сделали с вот этим, типа, один сверхредкий, два сверхредкий, три сверхредкий. То есть интрига-то, она есть сперва, но потом в итоге интриги не будет, потому что эти шансы, они говорят о том, что ты либо как бы рискуешь, а значит, ты можешь сдвинуться вниз. Либо же, ну, типа, у тебя должно либо повыситься, либо понизиться. А здесь так не понижается, смысла большого в этом на долгосроке нет. Мне просто 4 раза нужно на экран нажать. Там результат тот же, понимаете? Rare. 28. Найс, сверхредкий. Есть. 24. Есть. 109. Супер рэр. 5, даблов, 107 голды. Мифик, 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 гайсы, иконка классная. Обожаю иконки, не знаю почему. Русь реально от икон. Редкий. Монетки. Эпик. Найс, 128. Редкий. Вообще неплохо, если бы его было побольше, потому что я-то открываю, видите, эпик, все подряд, эль примо значок, найс, а вы-то будете открывать только 3 в день, и мне кажется, этого маловато, маловато. Блин, кайфово было бы, хотя бы, если бы за гемы сделали возможность это покупать. И там что-то пожестче было. Ну, это, по сути, возврат сундуков, наверное, если за гемы, эпик. Но все равно. Ну, может быть, разработчики что-то допилят. Золотишко. Кстати, Джесси классно собирается, видели? Сколько там даблов, это просто жесть. Опа, Бул, добрый вечер. Получите, распишитесь, хеллоу, с вами на связи Аурум. Блин, Бул, это кайф. То есть это нам выпало именно с приза Стар, а не с этой дороги, как мы говорим. Вы поняли, так. Редкий. Редкий. Мифик. Найс. Nice.
Кстати, мы уже открыли 100 призов Star. Сейчас у нас вот будет 125, вот идет, да, поэтому вот сейчас 125 будет. Давай Легу, давненько Легу не видели. Согласна, у Мифик тоже неплохо. Ебой! Пойдет. Второй эпик. Вы знаете, интересно, за год можно выбить всех эпиков так или нет? Смотри, пока что вообще дела неплохо. У меня уже 7 из 70, а мы открыли 125. При этом нескольких вы, скорее всего, не видели. Ну то есть, опа, Лего, блин, это первый, ну ладно. Ну смотри, сейчас опять забагает просто. Вот так вот, вот просто, просто лютый трэш. То есть первый из 25 иногда вот так залагивает и ничего не поделаешь. Ну, как бы, ну случается, не знаю. Просто мне интересно, там реально что-то выпадает или мы как будто скипаем эту награду? Вот это вот непонятно, потому что конкретно понять, что там выпало, сложно. Я не смог понять, я не увидел, может ничего не выпало. Но я ждал бессмысленно, бессмысленно ждать. То есть это вечно крутится. Галдишка. Сверхредкий. Мифик, найс, блин, Лего, и мы ее не увидели. Ну что ты будешь делать, так обидно, господа, ну ничего, бывает. Что там, может там новый бравлер, надо вот посмотреть, сейчас докрутим и посмотрим, что там. Эпик, 223 голды, 57 голды, 58, ой, мифик, давай, дай, 504 голды. Я что-то не радуюсь, когда голда падает, больше мне нравится, там даже если пусть значок, пин, все лучше, чем Лего, детки, да, ой, кайф, давай, 3, 2, 1. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, скинчик! Да чего же охеренно получать бесплатно скины? Эль Драгон Розадо! Еще и, блин, тут правда любопытно, сколько скинов у меня теперь получится. Обалдеть, у меня есть скин на Эль... Ну, это, кстати, первый, да, по идее, скинчик? Это первый скин. Это первый скин, который мне выпал. А может быть, кстати, может, Олега это был скин? Бандит в шере не было. Сверхредки 556, поехали. Это, ребят, соответственно, у нас уже сколько? 150 было? 175. Вот сейчас, грубо говоря, мы увидим практически, что происходит за полгода. Да, то есть 175 у нас будет в целом, там, минус 5-6, которых мы не видели. Я не знаю, падает нам что-то или нет. Но реально интересно. Так, интересно, сколько суммарно вообще чего у нас будет. Даже на взгляд Лего, да! Ну и 3, 2, 1. Новый бравлер, давай. 1000 голды. Это супер обидно. Если вы серьезно? То есть действительно крутой скин или новый бравлер равняется 1000 голды? Напишите в комментариях. Мне почему-то так не кажется, разработчики. Вот у нас со сверхредких падает там по 58, там по 200 голды, да? 20 поинтов. Окей, давай, сверхредкий. 66 поинтов, давай голду. Сверхредкий. Опять поинты. Ну, поинтов капец. 3200 уже. 3200. Это вы получите за полгода. 3200 этих поинтов. Даже, ну, больше. Само собой, больше. Даблеров там просто несчислимое количество. Несчисляемое. 108. То есть, соответственно, смотри, уже у меня голдишки. Блингов сколько? 217. Кстати, за блинги же мы можем и скины покупать. То есть, соответственно, тоже прикольно. Ну и паверов тут у нас дофига. А как увидеть? А, 3462 за полгода. За полгода вот такой вот результат. Плюс здесь новый скинчик, новые бравлеры, два эпика. Ну, неплохо. И это только просто играя каточки, забирая эти три подарка каждый день. Вообще неплохо. Вообще неплохо. Поехали. Поехали дальше. Соответственно, у нас это начинается что? Ну, 200, да? Сейчас будет 200. Вот когда мы эту часть закончим, будет уже 200. Господа. Это кайф. 50 голды.
Эпик 100 пауэрпоинтов. Эпик 200 голды. 23 пауэрпоинта. 50. 68 голды. Ну вот, 68 голды падают, как добрый вечер. Я помню, на Brawl Pass там раньше лежало по 500 голды. Сейчас не знаю сколько, но были ячейки, ты открываешь 500 голды и вперед с песней. Эпик. 232, вот видели с эпика? Эпик. Иконка хромика. Это класс, это четко. Это, кстати, годная иконка. Но нам уже много иконок понавыпадало. Так-то. 64 пауэрпоинта. Так, эпический. Кстати, я надеюсь, у нас прямо сейчас высвечивается, что мы в целом выбили. Я его, конечно, не вижу, поэтому лайк отдельно монтажеру. Но в конце мы уже фактически сравним с тем, что было фактически, потому что некоторые сундуки мы просто не видели. Может, там что-то падало, но мы не видели. Мифический. Поэтому... Хэнк, отлично, отлично. Пинчик Фэнка. Пинчик Фэнка. Опять же, видите, пинчики, редкость, это все редкость. Но за год накапливается вообще неплохо. Я же хочу напомнить, что у нас за полгода и за год будет много Brawl Pass'ов. То есть, сколько там? За год их 6. Соответственно, у вас бесплатно есть еще куча-куча всего. Всего разного. И голда, и поинты, да. То есть, поэтому и блинги. Поэтому nice. И даже гемы. Так что, ну, неплохо. Скажи, всем привет! Помахай. Помахай. Привет. А к нам присоединился Степан, он поможет мне открывать. Давай. Если ты... Сейчас можно. Я вот 10 минут уговаривал не нажимать. Специально для вас. Нажимай. Так, звук ему чуть больше сделаю. Так, что тут у нас? Еще нажимай. Нажимай. Много нажимай. Давай, нажимай, нажимай. Еще. Так. Еще. Еще. И еще. Не. Давай. Опа, пауэрпоинты! Давай, папа этот. Так. 24 пауэрпоинта. Нифиг. Нита! Панда! Скажи, панда. Скажи, панда. 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 Это ми. Это ты? Да? Это ми. Ну, типа он чуть-чуть. Пару слов на английском, пару на украинском, пару на русском. Ну, в общем, как-то так. А так, панда будет? Так. Опа! Поко! Скажи, поко. 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 А почему капо получается, а поко не получается? Ой, но поко ванилья. Поко. Да? Передай всем привет. Скажи привет. Давай дальше. Мы тут эксперимент делаем. Что будет, если год открывать? Гоу! Блок? Да. А, играть типа? Он, кстати, хочет... Роза! Блин, а ты фартовый чувак, это у тебя много выпало. Ты, у тебя не очень тебя везет, Роза. Роза, скажи Роза. Скажи Роза. Ладно. Так, кому интересно, да, ему два, сейчас там 2.5 года. Вот, все мы говорим так, сейчас некоторые слова. Причем очень много английской речи, очень много русской. Ой-ой-ой, там был значок крутой на була. Очень крутой значок на була. Не понимаю, почему папа по-русски разговаривает. Опа, у нас вообще прям много теперь. Много всего интересного. Так, ну что, значит, у нас и сейчас у нас будет, соответственно, 250. Знаете, что он говорит? Он говорит «бол». Он просто говорит про футбол Brawl Stars, да? Про Brawl Ball? Ну, мы сейчас не можем, сейчас надо другое, Зоя. Они играют в бол? Да? Нам надо сначала понакрывать. Ему так реально понравился Brawl Ball, просто капец. Очень, да? Да, да. Ты без подовольства Brawl Ball? Да? Все, папиной рукой. Мифик, 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 иконка классная, да?
Так, дальше. Эпик. Сверхредкий. Лего! Лего! Нажимаем. Сейчас будет серьезно. 1000 голды. Ну вы серьезно? 1000 голды всего лишь. Да капец. Ну как так? Меня не слышно, может быть. Бол! Так мы сначала должны все открыть, а потом будет бол. О, мифик. Мифик, нажимай. Ну-ка. Иконка злая такая, да? Так. Блинги. Даблеры. Шпарки. Степа через год спустя уже, я не могу уже. Эй, я могу это смотреть уже, я хочу спать. Да. Хочу спать. Ня-ня, я хочу спать, ня-ня-ня. Будем спадки? А? Давай, затапывай. Тапай, тапай. Давай. Может, я тебя оставлю, тут ты сам натапаешь. О, отлично. Еще 25 мы прошли. Бол! Нажимай. Так, эпик. 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 Серх редкий. 54. Так, редкий. 66 голды. Мифик, мифик, мифик. 535 голды. Я не знаю, сколько там голды выпадет. Там, наверное, просто в состоянии, да. Состояние выпадет. Так, PowerPoint шоу уходишь? Да. Так, ребятки, ну Стёпе не нравится открывать сундуки, это не его контент, он считает это странным контентом, ему нравится броубол. То есть это будущий киберспортсмен, не то что папа. Ну что папа фанат сундуков, а дети лучше, чем мы, поэтому они и поиграть. Он реально играет, я может вам вставлю видео или фотку какую-нибудь сюда. Лего, где он, ну реально, он еще там не особо, но он типа, хотя бы ему нравится передвигаться с мячом там и так далее. Ой, ты мячик, дай мячик. Я сейчас догоню тебя. Гол, ты забыл гол. Забыл гол. Капец, 2.5 года, боже. Так, 1000 голды опять. Зачем вы мне за Лего даете 1000 голды? Это сумасшествие. 20 блингов. Редчайший. Так, все редчайший. Редкий. Редкий. Фух! Итого, мы на финишной прямой, господа. Мы на финишной прямой. И пока у нас вот такие результаты. Голды, конечно, капец. Редкий. Так. Ой-ой-ой, не лагай, 104. Эпик. Давай Лего, новых бравлеров бы побольше. Я, если честно, думал, что за год получится выбить практически все Леги. Ну, ой, все эпики, прошу прощения. Вот. Но что-то как-то пока ну, так себе. Так себе, да. Так себе 1080. Зато удвоителей очень много. Это говорит о том, что весь общий игровой прогресс будет прям жесткий. Мифик. Так, Роза там. Мифик. Бо, хорош, еще один эпик, 3 эпика у нас уже, 3 эпика из 14, вот это, не, ну хорошо, неплохо, нормально. Я не знаю, опять же, оценивать вам, давайте так, напишите в комментариях по итогу этого ролика, как вы считаете, достаточно ли количество призов? Я тоже сделаю какой-то свой субъективный вывод, но... Пока у меня смешанное чувство. Мы на финишной прямой уже, да? Вот, мы сейчас открыли, сколько там? 25 умножить на 12. Это сколько? 300! Шутки про тракториста. 300 стар подарков мы открыли. Мы на круглом, на круглом числе. Да, ну у нас иконок тоже... Где они все? Ну вот, вот нижний ряд. Ну, кстати, иконки классные. Есть реально прикольные иконки. Ой, котик мне тоже нравится, кайф. Фух, поехали. Хочу, кстати, мало скинов. Помните, в прошлом видео падали практически скины. Здесь, если я не ошибаюсь, выпал всего лишь только один скин. И такое, видите, может быть. То есть из-за того, что предметов в одном... Из-за того, что в одном стар подарке
у нас один предмет, а предметов очень много, вероятность такая суперсмешанная. И поэтому вот тебе, вот опять же, видите, вот PowerPoint, у нас, ну, их дофига, их 6 тысяч, их, конечно, очень много. Но хотелось бы, например, больше того контента. Вот здесь самый ценный, наверное, контент, который может выпасть, да, то есть предмет, точнее, да, который может выпасть, это скин. Почему скин? Потому что его нельзя раздобыть бесплатно никак, кроме как здесь. И поэтому даже новые бравлеры, это такая себе история, все-таки его, их можно купить, их можно как-то получить, но вот это реально фишечка, когда хотелось бы... Ба-ба-ба-бам! Итого у нас все, почти финиш. 141 удвоитель. Так. Эпик. Ну, Джесси что-то долго тоже набирается. Не знаю, как-то... Ну, мне кажется, там за год уже полностью всех бравлеров можно добыть без этого пасса. Вот здесь офигенно бы выбивать скины. Когда тебе падает, короче, здесь скин, ты счастливчик. Потому что если скин не падает... Получается такая двуякая история, потому что все, что угодно, все остальное можно выбивать. Да? Ну ладно, еще же у нас есть иконки, пины. Ладно, тут не вопрос. Лего и... Ух, ну зато эпик, 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 эпик. Это четко, это четко. Есть, конечно, намного больше, более неприкольные, но эпик кайф, мифик. Бо! Хорошо. Вот пинчиков много. Пинчиков, бравлеров в этом открытии много. 67. Так, вот я некоторые вообще пролистывал. Ну что ж, господа, мы реально на финишной прямой. Здесь лего. Вот что будет по леге. Смотрим. 150 кредитов. Да, мы открыли Джесси, но серьезно. Вот, смотрите. За Лего мы можем получить эпического бойца или же скин. Я думаю, это все неравномерно. То есть эпический боец не равняется скину по ценности. И, соответственно, кредиты вот эти, они тоже никак не являются равнозначными эпическому бойцу или скинчику, который падает, который продается за деньги. Поэтому здесь Джесси, понятно, это потому что мы выбили... кредиты. Поэтому основной вывод, который я хочу сделать с этого открытия, это только сейчас до меня дошло, что вот эпическая редкость, она неравноценна для того, что падает под эту редкость. Особенно это касается именно легендарной редкости, потому что там нам может выпасть, да, если я не ошибаюсь, скин, новый бравлер, или, как мы увидели, вот это вот только что, что нам выпало, кредиты. Зачем? Какие кредиты? Зачем? То есть, как вы можете ставить? То есть, я бы на месте разработчиков, я бы переработал эту историю путем, что Лего, ну вот очевидно же, что скины самое ценное. Мы только что с вами это определились. Потому что ты просто его обязан везде за гемасы покупать. Соответственно, вот если бы Лего были только скины, то было бы круто, потому что у тебя выпадали бы за год Леги. Это было бы только то, что действительно очень ценное. Поправьте меня, если я не прав, если вы со мной не согласны. И вообще напишите свое мнение в комментариях, как вы думаете, сколько чего у нас здесь типа выпало. И нормально ли это за год? Потому что сейчас мы прокликиваем примерно реально 365. То есть там 375 по сумме, но так как... короче, считаем 365. Я думаю, здесь как раз оно и будет. 365 как раз оно и будет. Сверхредкий, блинги, эпический, соточка. Ну, брока забрали. И на том спасибо. Спасибо. Спасибочки. Спасибочки, спасибочки, спасибочки. Так, погнали. Итого, ребят, давайте посмотрим вот так приблизительно, потом я выведу все на экран. Значит, монеты 17340, у нас есть блинги 464, у нас есть бравлеров 12 из 70. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это если бы мы играли исключительно, и то, опять же, мы ни путь славы не забираем, да, ни БП здесь не учитываем, только исключительно призы стар, вот только. Иконки, у нас тоже много иконок. Вот я все пролистаю. Так, вот так они все выглядят. Неплохо. По пинчикам, честно сказать, не помню, где посмотреть все пины.
Ну что ж, ребят, мой эксперимент закончен. У меня были какие-то очень завышенные ожидания. Если честно, есть небольшой осадочек. Вот именно по поводу того, что я к какому мнению я пришел в итоге. Что все же легендарная редкость содержит в себе предметы, которые неравноценны друг другу. И мы с вами определились, что скины, наверное, самые ценные, потому что они стоят только за гемы продаются. И купить их никак приобрести без гемов, по сути, ну, нереально. Да, нам падает какое-то количество гемов на БП, но чаще всего этого недостаточно, и хотелось бы реально получать побольше именно скинов. Здесь скинов, я так понимаю, у нас выпал всего лишь один или там два скина, и этого маловато. Ваше мнение пишите в комментариях. Такой крутой эксперимент, мне кажется, крутой. 365 дней открывать призы Star. Понравился вам или нет, тоже прожимайте лайк, подписывайтесь на канал, вводите обязательно код Aurum вот тут в магазине Brawl Stars. Всех обнял. Пока, ребят.